рождается здесь. Каждый новый день несет в себе старт будущих перемен. Мир меняется ежесекундно, и мы знаем, как его сделать лучше. Наша сила зарождается в глубинах щедрых криворожских недр и покоряет вершины самых высоких небоскребов мира. ArcelorMittal Кривой Рог – часть международной корпорации мирового металлургического лидера. Предприятия компании представлены на 4 континентах земного шара. Интенсивное развитие, качество, лидерство – это важнейшие ценности производителя стали номер один в мире. ArcelorMittal Кривой Рог – предприятие, уникальное по своим масштабам. Оно охватывает весь металлургический цикл. 60 тысяч тонн руды ежедневно добывается в этом карьере. В день производится более 20 тысяч тонн стали. В год изготовляется столько катанки, что ею можно было бы 190 раз обогнуть земной шар по экватору. Арматурой, произведенной здесь, можно 6 раз проложить путь от Земли к Луне. Из катанки и арматуры, которую предприятие изготовляет за один день, можно возвести 1,5 эйфелевых башни. Собственных железнодорожных и автомобильных путей на комбинате более 1000 километров. Это расстояние от Днепропетровска до Луцка. Здесь трудится 36 тысяч человек. Это население маленького европейского государства, такого как Лихтенштейн или Монако. И каждый день, от рассвета и до рассвета, этот гигант работает как единое целое. Ритм комбината – это пульс живого организма, который не останавливается ни на минуту. Сегодня ArcelorMittal Кривой Рог – современный, динамично развивающийся горно-металлургический комплекс. Металлопрокат, произведенный нами, используют во всех климатических зонах планеты. Из продукции строятся тысячи жилых домов и самые значительные и амбициозные объекты в мире. Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае высотой 828 метров – одно из самых высоких зданий в мире. Собор Святой Троицы в Тбилиси входит в тройку самых высоких православных церквей мира. Стадион Олимпийский в Киеве, на котором будут сыграны матчи финала Евро-2012. Говоря о предприятии, невозможно избежать эпитета «самый-самый» и слова «впервые». ArcelorMittal Кривой Рог – самый крупный иностранный инвестор в Украине и самое крупное предприятие страны. Новейшая история комбината берет начало в 2005 году, когда на украинский рынок пришел крупнейший мировой металлургический производитель. Это событие привлекло внимание всего мира. Именно мы начали новую эру развития инвестиционной привлекательности страны и заложили основу построения нового формата взаимоотношений иностранного инвестора и государства. Предприятие взяло на себя беспрецедентные для Украины инвестиционные обязательства как в производственной, так и в социальной сфере. Ежедневно компания своими действиями подтверждает, что ее обязанности перед окружающим миром выходят за пределы обычного стремления к прибыли. За первые 5 лет работы ArcelorMittal в нашей стране инвестиции в социальную сферу составили около 2 миллиардов гривен. Предприятие – одно из немногих строит современное жилье для своих работников и содержит уникальную, самую обширную в области социальную инфраструктуру. Мы выполняем взятые на себя масштабные обязательства. Возводим дома, медицинские и оздоровительные центры, предоставляем высококачественное медицинское обслуживание. Все создается для тех, кто ежедневно идет на работу, чтобы сделать будущее страны и мира лучше. Своим кредо компания провозгласила создание безопасной экологичной стали. Мы убеждены, что сталь не должна производиться ценой здоровья людей. Вложения в охрану труда за эти 5 лет превысили 530 миллионов гривен.
Также комбинат не должен вредить окружающей среде. Ежегодно 15% от общих инвестиций мы вкладываем в экологические и природоохранные проекты, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду. Затраты на экологию составляют более 400 миллионов гривен в год. Предприятие готово к вызовам нового времени и ни на минуту не останавливается в своем развитии. Только на модернизацию производства за эти годы было выделено свыше 4 миллиардов гривен. Дух лидерства вывел комбинат на передовую металлургической промышленности. Компания уже продвинулась дальше того, что мир ожидает от стали. Наши ценности не ограничиваются только металлом. Крепче всего весь 36-тысячный коллектив объединяет стремление совместными усилиями достичь большего в бизнесе и жизни. Сегодня ArcelorMittal – предприятие – лидер всей отрасли. Сегодня мы изменяем будущее.